Это удивительно. Буквально 15 минут до Нового года мы едем на главную площадь в Токио, Шибуя. 5 станций до Шибуя, мы только сели на поезд. Абсолютно пустой вагон. То есть людей практически нету. Это показатель того, как отмечают в Токио, в Японии Новый год. То есть это праздник. Мы, кстати, около нашего дома храм. Ты проходила мимо, не заметила? Там выкопали огромную яму, жгут костер, что крайне не свойственно. То есть они очень аккуратны в поджигании чего-то. То есть, как я понял, для этого нужно какие-то специальные разрешения получить. Но все-таки людей особо нет, аншлага тоже нет. Посмотрим, что будет на Шибуе. Поздравляю вас с Новым годом. Берегите себя.